Всем привет, друзья! Вы на канале FansPlay. Продолжаем тестировать смартфон Poco M5. На этот раз проверим его в игре Warface. Напоминаю, ребят, кто хочет, чтобы я протестировал именно его игру, пишите в комментарии, создавайте там активность на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, в общем, все вы знаете. Я буду вас чаще и чаще радовать новыми роликами. Так, ну что? Сразу заходим в настройки, смотрим, так, 60 стоит, максимальный, кровь, все включено по максимуму, видим. О, есть, 45. Есть. Да, конечно, у меня КП осталось очень мало. Совсем мало. Как видим, 45. Есть, замочил гад. На! Нормально, я с пистолета расстрелял их там. Хедшоты. Все быстро так. Динамичный экшен. Ох. Ни хрена себе, тут же меня, короче, накормили пулями. Я здесь, алло. Ух-ху-ху-ху-ху. Чувака разорвало просто. Или на гранату подорвался. Ты чё стоишь там гасишь? Лови. Да, ну конечно, здесь долго искать не надо. Никого Мистилова такой идет. Сходу. Да ну, сзади стоит и долбит, скотина. Так, ну надо парочку замочить, по-любому. Как-то это, несерьезно. На, я надеюсь, гранаты я тебе замочил, гаденыш. Блин, не могу оружие взять. Такое крутое. Смотри, они просто стоят и отстреливаются. Засранцы. Чего здесь сидишь, а? Ах, видим 45. Ух, ну ладно, ребят, 45-50, вообще идеально идет. Идеально, иди сюда, я здесь, сзади меня тоже какой-то гад стрелял. Обоя, отлично, ребят, отлично идет.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставим лайки, подписываемся на канал, если еще не подписаны. Пишите в комментариях, какие игры еще проверить. До новых встреч. Пока-пока.